Бороться со стихийной торговлей и выявлять нарушения в размещении нестационарных торговых объектов теперь будут не только в правительстве города, но и в муниципалитетах. Об этом в понедельник на аппаратном совещании рассказал директор департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Валентин Демидов. Он отметил, новые полномочия появились у муниципалитетов с 1 июля. Муниципалитеты на сегодняшний момент уже начали реализовывать это полномочие, выходят совместно с Куприл, анализируют на месте размещение схем НТО, стихийную торговлю, выписывают протоколы. 30 протоколов уже за месяц выписано, проведено 64 рейда совместно с Куприл.